это дерево наклонилось, у меня уже, это не первый случай, то, что я вам показывал, мел был вот так вот. Помните? Ее ветром давило-давило, а она почему-то не сломалась, а так как у моих корни слабенькие, потому что это корневые отводки, у меня все на корневых отводках. В этом есть смысл. Раннее плодоношение, морозостойкость достаточно, вот, количество их не ограничено, выращивать не надо, пошел в тайгу, накопал. Так как я, как Чернобаев, да. Ну вот первый случай, нет, это второй, тот был третий, а еще был первый. Вот это второй такой случай. Наклонилась, я к чему говорю? Я к тому, что расти оно так не может. Таганрогские лодочки, вот это направление садоводства, тупик из тупиков. Чтобы держать в таком виде, надо постоянно подпорки, надо постоянно, они же разрастаются, даже в такой калечить. И проклинаемые всеми так называемые волчки, якобы они. Кстати, кто придумал, что волчки бесплодные? Кто сказал, что они жрущие? Вот тот, кто этим занимается, он вообще не садовод. Он подошел, на нем нет плодов. А то, что на следующий год заложит в следующей почке, никому в голову не приходит. Это же надо еще лишний год в саду побыть. Вот так вот. Вот эти волчки, это исправление ошибки. Наклонил ветер дерево, не подходил я к нему пару месяцев. Когда спохватился, оставалось мне только тут забор, вон он забор. Взять длинную веревку и привязать забор, чтобы окончательно не упало. А оно возвращает свою нормальную форму. И все эти наклоны, это еще раз говорю, глупость, потеря времени, они придуманы так же, как остальная сотня агроприемов, только для того, занять ваше время, чтобы подлиннее была статья, чтобы потолще была книга. Вот. Чтобы подлиннее был этот сам видеофильм. Потому что это все заработки. А для вас тупая, ненужная работа, господа. Вот. Ну, а теперь любуемся. Вот это было прекрасное, роскошное дерево. Вот, было. Это не первая ветка упала. Приходит старость. Я не пытался спасти, ну, от этого. Можно было подпорки поставить. Угадать невозможно. Сил нет, здоровья нет. Ну и потом, извините, надо место освобождать. Вот. Проверенный сорт, прекрасный, вкусный, сладкий. А теперь смотрим ближе. Почему с ним бороться бесполезно? За 30 лет, без малого 30 лет. Вот это дерево, вот эта ветка обрушилась, вот это обрушилось. Урожай такие, я не виноват. Наконец она. И когда она обрушилась, я сразу увидел. Что я увидел? Абсолютно сухая, негибкая, непластичная древесина. Все. Подходит пора. Посмотрите, какая у нее штамп. Видели? Весь избитый морозами. Вот. Спасти ее практически было невозможно. Но давайте попробуем спасти ее по-другому. Смотрите, что мне остается сделать? Приеду. Он сейчас еще до этого. Я же все не собрал. Вы думаете, я все собрал? Нет, он дозревает, дозревает. Пусть дальше дозревает. Смотрите, что дальше. Смотрим на вторую половину этой прекрасной груши. Вот она. Нет, это все она. Левая половина, а вот правая половина. На грани облома правая половина. Видите? Вот, только это уже другая ветка, другой сорт. Сейчас даже не вспомню. А вот это, посмотрите, молодничок. Вот он. Вот он. Вот смотрите, видите, вот он. Вот он пошел. Вот этот молодничок обновит. Что будем считать? Вот так отрежу и скажу, что? Правильно. Обрезка на омоложение. Вот они растут. Те, которые жирующие, якобы, которые надо уничтожить немедленно. Это будущее дерево. И это один из моих примеров, когда все надо делать наоборот, потому что то ли алкоголики с будуна вот это все понавыдумывали, потому что это ни в какие ворота не влезет, в том числе их советы. Вот. Ну, не удержался, еще одну фотографию покажу от Чернобаева. Дело в том, что это моя любимая груша, которая по крупности вторая, но которая не будет в этом году второй по крупности. Лесная красавица из Бельгии. Тоже как плоды до 300 грамм, но урожай такой большой. Сейчас у него одна задача. Подпирать. Видите, поднапер. Чтобы хоть эту спасти.
рога и предельные. Вот привито все это на уссурийскую дикую грушу. Это единственный вариант. Ну вот вспомните, допустим, мои гостевые, вспомните другие сайты. Вот везде и всюду идет спор, на что поливать грушу. Только на память. Боярышник. Ирга. Рябина красная. Рябина черная. Значит, ну, само собой, этот самый. Айва, пятый палец, да. И вот когда перечислят пять пальцев, еще что-то я забыл. На яблоню шестой палец, да. Забывают про это, про грушу. Этот, знал о ней Мичурин. И когда я обратился к двум ученым, с которыми я дружил, фамилии не буду называть, хотя я их называл 100 раз по другим поводам, кто у меня в саду дневал, ночевал, вот, они оба сказали, у нас нет уссурийской груши. Имеется в виду один институт и один учебный этот самый, испытательный участок. Вот так. А у нас Чернобаев есть. И штук 100, наверное, уже выброшено в возрасте 2 лет. Еще в этом году еще столько же, 200, 100-200. Они уже вот такие, дальше в ужасе растут невероятно скоростью и утолщаются. Я говорил, Сергей, я весной привью, только выкопай мне слабосильного, я на столом привью. Но уже вот, даже не знаю, или все-таки выбросить. И никто не спешит, и очереди нет за дикими уссурийскими грушами, без которых никогда бы ни я, ни Чернобаев не имели бы вот этого вот самого. Никогда. Вот такой у меня панегирик. Ну, еще одну фотографию Чернобаева. Ну, не могу, я скажу по его саду, как по своему. Вот они, персики. Чуть не сказал, мои. Вот. Прекрасно прижились на участке. И привитые, которые я прививал. И уже потомство тоже прекрасно себя чувствует. Вот. А еще, знаете, кто-то из моих близких друзей, Светлана или Наталья, кто-то из вас сказал, делаю сад-дублер, а сад-дублер это мой термин. У меня их много, десятки, знаете. Их до меня никто не произносил. И вот ее фраза, которая мне так понравилась, Валерий Константинович, я делаю сады-дублеры, я ваши косточки раздам всем, раздарю всем соседям, или косточки, или саженцы, я уже не помню, ваши. Вот. И у нас будет сады-дублеры. Вот. Видите как. Ну, то ли Наталья, то ли Светлана. Ну, самое главное понятие, да. Ну, укрытие персиков. Значит, рассказываю как анекдот. Вот это просто фраза, это как бы ее назвать-то? Ну, как узелок на память. Значит, мы стоим позавчера с Дмитриевичем. Ну, что, Дмитриевич? Второй год без персиков сидим. Вот, это самое. Обнаглели, зажрались, перестали укрывать. А еще годом раньше, то есть, не эти 2 года, а еще годом раньше, я разослал только его 1000 косточек и своих 700. Представляете? Вот. И можно было хорошо заработать. А получилось вот так, сидим. И вдруг он не знает, что говорит, почему вот это. Называет фамилию, я не запомнил. А у него, говорит, ну, Иванов Петров Лиситров. Есть персики и крупные, 100-граммовые. Как? В руках у него не персики, по-моему, груши. А, груши. А 100 грамм, а как? Закидал снегом, замотал тряпками. Я думаю, я говорю, Дмитрий, ну ты-то ладно. Это самое. Но я-то до того уже это самое оборзел, что решил, что, ну, как сказать, то есть пальцы гнул, что я железом, я никогда не укрываю, вот, ничего не укрываю, и доукрывался 2 года без персиков. Ну и понятно, теперь 2-й год у меня в теплице растут, тоже сад-дублер, но уже теплица. Я вам потом покажу его. Обрезаны были однолетними при посадке, вот до такой степени, это были сеянцы. На следующий год обрезаны были на высоте 60 сантиметров, на 2-й год. И вот ему после пересадки однолеток пошел 2-й год. Всего, включая 3-й, ну, пересадка, знаете, как задерживает. Все, они все уперлись в потолок, и несколько вот таких персиков висит. Я чувствую, что они пойдут уже вот такие.
фотографии боюсь сделать, чтобы не сглазить потом. Вот. И у меня теплица получилась. Ну, теплица продуваемая насквозь, север на юг, запад на восток, насквозь, да, ни одного больного дерева, ни одного больного листика до сих пор. Сегодня обнаружил муравьев. Лазят по всем. Я давай искать лю. А ты нет, а муравьи лазят. Ну, еще увидел одного жука, думаю, ну вот раз ворски открыты, хоть какая-то жизнь, что это не изоляция, не стерильные условия. Все-таки какая-то жизнь он кипит, потому что я увидел жука, я на каждом посмотрел раз, два, три верхушки, везде муравьи, что они делают, непонятно, а может быть они как раз и этих жуков-то и это. А там же условия действительно почти стерильные, потому что почва настолько плоха, у меня трава почти не растет. Вот что я думал, а что же у меня помидоры-то год за годом не растут? А я же противник этих удобрений, вот, всяких там этих минеральных. И вот получается, что он мне рассказал про этот случай, что у него укрытые, получается, что неизвестно, кто имеет персики, а мы два таких крутых мена не имеем. Но у меня несколько персиков, уже довольно крупных, растут, и явно они превосходят вот эти наши. Знаете, чтобы такое дерево дало 1000 плодов, они должны быть вот такие. Вот такими они и были. Ну все, идем дальше. Я вам рассказываю, как друзьям. Это не лекция, это рассказ.